ну, найти сейчас для меня, потому что в целом крайне, очень, крайне неплохая пятерка, мягко говоря, у Кливленда. В итоге, к сожалению, большому для Кливленда они уступили соперникам. Но было время, когда я тоже на экваторе потом машину искал долго-долго, забирал долго-долго. Ладно, теперь давайте по стартовым пятеркам представлю я от обеих команд. Кливленд в атаке сейчас, вот Тандер и по 99-м Курноцк Марк. Есть еще Шаяхметов Вадим и Цепляев Эдуард в заявке, но их в моей игре, к сожалению, нет. Все-таки Артема можно причислить к игрокам позиции атакующего защитника. Чеснова в треха, ну, Артем все в порядке с этим. В обратную тему, да, в трехсекундной, ну, вот так выпрыгивал. 33-й номер Кливленда упал неудачно, забивает свой первый штрафный. Штрафных, фол до 99-му дали. Но вот сейчас два игрока, которые на самом деле забрал, отвалился и перекинул там и кольцо. Мог бы и щит, мне кажется, при желании. Ой-ой-ой, Алеев, какая передача спиной, не глядя, и Бикин забивает. Это Орландо Мэджик в дивизионе Хай. И вот посмотрим, как сейчас игра поменяется. Пока Алеев из угла. Второй тоже мимо. Береза классно на подборе. 10 секунд есть. Забивает. Сейчас мне удивит. Удивит, порадует. Шаяхметов с мячом. Вот, Чеснову есть с кем поработать в защите. Хорош спинмув из фолов. Кливленд, тем не менее, перехват и есть у Бикина пространство. Бикин гораздо более опасен со средней дистанции. Береза из-под кольца, хороший фейл. На подборе Чеснов показался. Внизу там мяч поднял Артем. Отличный проход. Ну вот, как Дикембо Мутомбо, возможно, раздавать тут блокшоты сопернику. Находит Волкова. Ну, Волкова не самая стабильная треха. И вот, пожалуйста, не стоит. Полезное действие. Маркав посмотрел на пальцы, говорит, что-то не то с настройками, видимо. Не летит пока. Дальний. Шаяхметов. Ну, а Шаяхметов в проходах очень уверенно. И невелика результативность второй четверти. Больше таких атак с промахами, чем с набранными очками. Маркав. Хорошее ускорение такое против Чеснова. Здесь не дал Артем себя обмануть. В итоге через Волкова решили в краску сыграть Вашингтон. Волков тут разбирается. Ну, размен не в пользу. Акиной поход пошел. Тимур не забил. Ну, вот всегда, наверное, есть такие сомнения, когда девушка против тебя защищается, как сыграть, что Акина. Чеснов додавил. Забрал Артем мяч и с Алеевым на двоих. Ну, должны были. Кливленд тут очень уверенно забивать. Пляет из угла Эдуард мимо. Не видел я пока еще от 15-го номера Вашингтона ни одной атаки из краски. Ну, Артем Чеснов зачастую, по правилам, дают спорный. Вот. Но это раньше была пробежка, а вот сейчас именно вот так трактуется. Да, ну, а у нас Шахмет мячом. Ну, вот так притормозил, вот, цепляет, здорово, Алею поднимает, и очень, вот, там ему хорошо, там ему... На Березу хорошая передача, Бикин. Вполне себе подходящий. Береза возвращает мяч наверх, и Чеснов трех с получения, третье попадание от Чеснова. Придется искать запас в защите, чтобы на периметре отбиваться, потому что разбросавшийся Чеснов — это вообще головная боль огромная. Тит Волкова пускают в лицевую и не справляется. Мне кажется, прежде всего, со скоростью Волков. Здесь у Бикина на дриблинге мяч выпал. Ну и будут происходить дальше. Могут они довести состав. Лалаев тот же Спивак приехать может. Но с другой стороны, и Кливленд может привести Сайгашкина. Сов, мне кажется, не сдвинется. Но это в том случае, если Кливленд приедет своим составом, полуростером. Ну, так же, как и Вашингтон. Ладно. Но в целом, конечно, так, гораздо больше задействованность его
привыкаешь видеть в ходе сезона. Вот один из двух вот этого броска, так что будет как раз-таки уже ввели Вашингтон мяч в игру сбоку. Цепляев забивает. Ну, у Эдуарда есть взять, ребята. Ну, часто такой момент бывает. Да, наверху бесспорно, а внизу этот контакт тоже у нас имеется. И он тоже влияет на все происходящее. Ну, и вот третья персональная у Артема. Ну, а я напомню, что у Кливленда замен нет. Играть им придется впятером все. Пока ждет он движение. Алиева опять забыли там в углу. Алиев, ну вот раз Тимур мимо. Зато хорошая борьба от Березы. Алиев подбирает и Бикин с фолом. Лучший результат у него получается выдавать, именно находясь в краске. Совсем близко к кольцу. Ну и с линии штрафных. В прошлый раз из 2-1. Сейчас плюс 1. Хорошие 3 очка в одном владении для Кливленда. А разница у нас уже ровно в 20 становится. Шахметов, ну этот парень просто, ну судьи, можно сказать, что и не заметили. Бикин, не глядя на Березу, Волков не пытается даже мешать. У нас получилось, вот я уже говорил, в первой половине не видно чата, Чеснов на перехвате, Артем может сверху? Нет, не будет, испугался, не дотягивает этот бросок. Марка. Перевод. Абсолют свободный Артем. Чеснов треха. А, 2 очка нам показывают. Судья крутил. Чуть-чуть завернулся сам в воздухе. Это повлияло. Ну, а Чеснов. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая скидка отличная на скорости. Попытался повторить практически такой коуст-ту-коуст проход. Правда, сам завершал. Не стал никому скидывать. Бикин. А совсем один. Он там по точными оказывается. Чеснов. Алеев, Тимур не стал бросать, хотя совершенно один был, загрузили берег. У Кливленда она была бы вот в зоне трехсекундной, зеленейшая, просто ярко-зеленая. Оттуда Кливленд забил сегодня очень приличное количество. Немножко гладкий их через центр. Ну такой фейк-показ развернулся, ну бросить ему Алеев опять-таки тут не дал. Хорошо, Курносов на шутку это как-то не сыграло, хотя по факту, наверное, ну, не видно ресурса, за счет которого Вашингтон смог бы в этом матче. Бикин тем временем с прохода. Шахметов, ну вот третья треха. В угол от Маркова передача, сразу Чеснов возвращает наверх, Береза. Артем, такую работу Стефана Карри сейчас выполнил. Знаете, когда в NBA говорят о Стефе, в итоге без попадания только. Но в целом много работы без мяча. Бикин с Чесновым. Очень здорово, быстрый отрыв. Более чем уверенно контролирует игру. И Марков забивает наконец-таки. Четвертая четверть. Чеснов. На Маркова. Вторая подряд треха будет от Маркова? Будет. Все. Коуст сыграть. И вот, ну вот это вот очень хорошее, конечно, правило. Мгновенно повернулся Алеев. Тимур увидел там в отрыве Чеснова. И Артем уже так, заправский снайпер. Развернулся на трех, не стал ничего придумывать. И забивает свой дальний бросок. Штоколов аккуратно Алеев на перехвате. Ошибается вдоль боковой. Пытался Волков на перехвате. И... ну, легкие 2 очка для Вашингтона. Берез загружает. Марков теперь уже из угла. Ну, здесь нет. Волков по волейбольному просто отбрасывает мяч наверх. А Чеснов забивает. Говорит, ну, ребят, не надо отбрасывать. Разыграть на двоих. Заканчивается это без набранных абсолютно очков. Марков. Ну, Марков находит Артем Чеснова. Хорошая передача прям в краску. Ну, Бикин, ну, пора бы уже... как-то стабилизировать. Хотя, опять-таки, вот я Бикина тут пытаюсь ругать. Попытка, вернее, его на Маркова. Повезло, что в ногу попали. Так бы, скорее всего, просто в стену мяч улетел. Ну и вот на вход Березе. Очень спорно. Но смотрелось очень красиво. Если бы не пробежка, можно было бы сказать, что прям красиво-красиво. Шахметов. Н2. Вот Тимур... В принципе, наверное, Тимур не тот игрок, от которого в Кливленде ты ждешь каких-то очков, но достаточно качественно он обычно реализует. Метов против Марков. Марков!
Марк чисто в мяч играет. Там Шахметов, конечно, разводит удивленно руками, и глаза там очень удивленные. Это уже вопрос в этом матче. Сколько очков будет у Кливленда по итогу? Повторюсь, что тут разница абсолютно значения не имеет. Просто интересно, не вышло. Плохой навес от Шахметова. Цепляев не дотягивается. Но втроем они против одного Чеснова. Кливленд снова. Не в этот раз. Не в этот раз. Но у Кливленда второй шанс в атаке. Марков. Марков разбросался явно. Разбросался. Что еще можно покомментировать? Спокойно Кливленд своего оппонента наказывает. Очень хорошо сейчас, когда спиной буквально заставляет соперника на себя садиться. Подловил, забил. Ну и свинья. Очень хотелось алиуп тут увидеть. Хоть какая-то такая маленькая, но радость для игроков Вашингтона и его болельщиков. Но не случилось. Бикин через переднюю душку. Набросал. Очень много попыток у него было сегодня со средней. Забил таки. Цепляев с фолу. Волк у нас на площадку возвращаются. Думаю, вот эти 2.5 минуты без замен уже они их проведут. Цепляев забивает. Плюс. Бывает такое со всеми. Все уже это всем известно. Бикин на перехвате полетел вперед. Волк. Пытался до мяча дотянуться, не смог. Цепляев от березы ушел. Не штрафного пытался сыграть. Волка в быстрый отрыв. Ну вот не справился с этой скоростью. И в итоге слишком сильно. На Артема Чеснов продолжает. Нес вроде как этот мяч, но в итоге тот в кольцо так и не свалился. Шахмет в треху мимо. Цепляю уже никто не мешает, в принципе. Эдуарду не хватило чуть-чуть места для шага хорошего, удобного. Ну и 34 секунды. Ну, нужно бросать. В принципе, Чеснов, треха, пожалуйста.